Так, вопрос. Валентина, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про заказы. Как берете и, главное, как выполняете? Я брала пару раз, но для меня это большой стресс. Каждый раз переживаю, что не понравится, не знаю, какую цену поставить, не хватает какой-то уверенности. Поэтому часто отказываюсь. Очень вдохновляет ваше видео. Спасибо вам. Так, Василиса, очень актуальный вопрос. Сейчас попробую на него ответить. Дело в том, что я тоже вообще не люблю брать заказы, особенно если эти заказы с нуля. Что касается заказов, которые я выполняю повторы своих работ, часто я повторяю свои работы с сайта Etsy сейчас, и по России тоже иногда у меня заказывают повторы работ. Это нормально, то есть в этом я уверена, потому что у меня большая практика повторов работ. Некоторые работы я повторяла раз по 20, если не больше. Некоторые там по 5 раз, некоторые по 3. И все, что я когда-то повторяла свои работы, в основном все нравилось, все забирали, все покупали. Единственный раз был как отказ, но там была такая сложная работа на настроение, на такую светопередачу, и клиенту не понравилось. То есть то, что он оригинал видел. Плохо то, что я еще сфотографировала так, что на эту работу падали лучи. Ему, видимо, показалось, что на самом деле на картине есть эти лучи солнца. Вот. И клиент, он причем был моим постоянным клиентом, отказался от этой работы. Ничего страшного, буквально там через пару месяцев он заказал другую работу. Это нормально. А ту работу купили. Потом то, что касается моих постоянных повторов, проблем я в этом не вижу. Стресса у меня нет. Но если вот заказывают что-то с нуля по фотографии, по вдохновению, вот это для меня, конечно, большой стресс. Прошло 2 дня, и я решила вернуться к этому вопросу. Так вот в моей жизни бывает. Отвлекусь маленечко и все. Я решила по поводу заказов разделить видео на 2 части. Одну часть я сейчас продолжу и выложу ее в общий доступ на YouTube, а вторую, более такую уже личную, что ли, часть я выложу на своем канале на Boosty, где я поделюсь заказами, уже с картинами, покажу вам эти заказы и поделюсь с вами своими переживаниями, потому что каждый заказ это, правда, какое-то вот личное переживание, душевное. Поэтому давайте продолжим. Еще раз, как берете, а главное, как выполняете. Я брала пару раз заказ, но для меня это большой стресс. Да, я уже сказала, что для меня это тоже большой стресс. Но заказы все-таки это основная часть дохода, по крайней мере, у меня. То есть на заказах я зарабатываю, навскидку раза в 4 больше, чем нежели я продаю вот из наличия работы. Я могу взять, например, 1-2 заказа в месяц, и это будет по деньгам столько же, сколько бы я продавала целый месяц там через день, через 2 свои работы из наличия. То есть вот такая разница. У меня есть на заказные работы прайс. Я его, кстати, не обновляла уже, наверное, 1-1.5 года, если не 2. И я, конечно, всем тоже советую завести такой прайс. Давайте я вам прикреплю его здесь. И вы посмотрите стоимость по размерам на работы. Понятно, чем больше работы, тем дороже. У меня это такой усредненный прайс, то есть я могу при личной там переписке сделать какую-то скидку, если там, например, работа будет в абстрактном стиле, или наоборот сказать, что эта работа будет подороже, потому что здесь много деталировки, или там какой-то портрет, или, например, нужно к этой работе сделать эскиз. То есть все варьируется, и у меня там есть ссылочка, что примерный прайс на работы. И я всем художникам, конечно же, рекомендую создать вот такой же примерный прайс, чтобы вам было спокойнее. И всегда, когда вас попросит потенциальный клиент сориентировать по стоимости, вы что-то там не придумывали в голове, а всегда опирались вот на этот вот свой прайс и говорили примерную стоимость своих работ. Вот, поэтому прайс мне, помогает в определении стоимости.
Так, как побороть свой стресс? Я к заказам вот приступаю, даже если какой-то заказ в моей теме, в моем стиле, мне всегда к нему сложно приступить. И вот только последнее время я начала над собой работать. Я не веду никаких там практик, медитации, это все не про меня. Ну вот, как-то я проработала в себе вот этот момент. И сейчас, если мне поступает заказ, я пытаюсь в первые же дни подготовиться к нему, то есть подготовить холст, купить необходимые краски, вот прямо вот, чтобы это все передо мной стояло, и в ближайшие дни уже начать его выполнять. Если, конечно, мне там не надо никуда ехать, какие-то дела, то я вот стараюсь все в первые дни после заказа начать исполнять. Если я затяну, это часто раньше со мной бывало, то я в последние дни могу этот заказ выполнять. Ну, то есть человеку нужно там, например, дарить эту работу или там отправлять куда-то. Ну, или просто подходит уже обговоренный срок, и я начинаю там бегать в поте лица, психовать, делать этот заказ. То есть я стараюсь сейчас по-другому к заказам подходить. Так, что я еще хотела сказать? Да, это стресс. Но если клиент проверен, то есть он у меня уже заказывал работы, не раз заказывал или покупал из наличия, то мне, конечно, проще приступить к этому заказу, и стресса нет. А если человек, скажем, новенький, пришел там с канала или по рекомендации от кого-то, то я нервничаю. И бывают отказы. Особенно если по российскому рынку меня заказывают. Кстати, вот когда я работала, ну сейчас работаю на зарубежный рынок, отказы минимальные. И вот буквально был на той неделе отказ. Девушка из США мне из старого магазина на Etsy еще написала на почту, я ей нарисовала. Причем два варианта я нарисовала, и ни один ей не подошел. То есть ей хотелось вот прямо оригинал один в один. Но я ей попыталась объяснить, что я, ну, как бы не принтер, я не могу один в один повторить. Но она мне сказала, что ну нету вот той изюминки, там надо было кошечку нарисовать. Тоже во второй части, которая выложена в Boosty, я расскажу про этот заказ. Но вот никак не пошло. Ну ладно, будем продавать эти две работы в магазине. Не знаю, какую цену поставить. Ну вот, заведите себе в прайс, посмотрите на мой примерный прайс. Ему уже 2 года, и, скорее всего, в ближайшее время я буду повышать цены на заказные работы. Поэтому вот, сделать такой прайс можно в любой программе. Я делала, по-моему, в CorelDRAW, можно в Photoshop, можно в Word прямо сделать, и потом сохранить там, как JPEG, например. Не хватает какой-то уверенности. Ну вот из практики, да, с 16 года первый свой заказ у меня был в 16 году. То есть столько времени прошло, и все равно у меня тоже уверенности, я не скажу, что по минимуму, но всегда какая-то неуверенность все равно присутствует. Со временем она стала, ну, большая уверенность, но все равно и сомнения постоянно есть. Мне тоже кажется, что, может быть, не понравится. Как это называется? Синдром самозванца. И с ним нужно бороться на самом деле. И есть много видео, как побороть этот синдром. И как в себе уверенность поднять. И вы пишете, что часто отказываетесь от заказов. Ну вот в связи с последним моими отказами я для себя тоже сделала выводы, что все-таки на портреты я заказы сейчас брать не буду. Ни по России, ни за рубежом. Хотя, вот смотрите, не буду говорить, на портреты брать. Вот этот заказ я писала на той неделе, но это заказ за рубеж. В Америку полетит работа. И так же, как у вас была неуверенность, я нарисовала 2 варианта, ей понравились оба варианта, но она вот выбрала этот. Но этот портрет не по фотографии, это повтор моей миниатюрки. У меня была небольшая работа, а девушке нужно было, видимо, формат побольше, и она вот заказала повтор. То есть, если портрет заказчика, его фотография, то я буду отказываться, потому что все-таки опыта не хватает в написании портрета. А если, ну, что-то
как бы от себя или повтор старых портретов я, возможно, буду брать. Так, в каком еще случае у меня будет отказ от заказов? Если попросят повторить один в один, то есть мы же не принтеры, да, как мы можем один в один повторить? То есть тут тоже будет, скорее всего, отказ. И все-таки я еще для себя решила, что я раньше не брала предоплаты, предоплату на заказную работу, что сейчас все-таки хотя бы, ну, процентов 20 я буду брать предоплату и сразу оговаривать, что в случае, если работа не устроит, то она остается у меня, потому что это затраты на материалы, это затраты на мое время, это мои нервы. Поэтому вот так. Мне будет интересно почитать в комментариях о вашем опыте заказов, как вы берете заказы или не берете совсем. Где-то на YouTube я смотрела видео художника, где он говорил, что художнику ни в коем случае не нужно брать заказы, нужно писать только то, что идет из души, то, что вы сами хотите, что приносит вам удовольствие. Я так сразу же подумала, почему так он странно пишет, разве это возможно в наше время на вдохновленных, так сказать, работах существовать? И я зашла в комментарии, и самый первый комментарий там ему пишут: ну да, давайте учите художников не писать на заказ, и тогда бедные художники станут еще беднее. Ну, то есть это на грань фантастики, если, да, писать только то, что тебе нравится, и это продавать, и хорошо жить припеваючи. Это невозможно, я считаю. Может быть, вы со мной не согласны, напишите. Да, я не исключаю, что есть художники, которые не пишут на заказ и хорошо живут, но... Я думаю, что вот даже тот же Николай Блохин пишет на заказ портреты в своем стиле. Вот что-то мне подсказывает. Так, ну все, друзья. Буду, наверное, заканчивать вот эту часть для Ютуба, а для своих подписчиков я сниму дальше с демонстрацией своих заказов.